Ну, расскажи всем, зачем ты это наделал, а? А чё трясешься? Я тебя хоть раз, когда-нибудь я тебя наказывал? Писюныч. Ну что с тобой? Ты маленький такое не делал. А вырос большой, и ты мне занятия находишь, чтобы мне было не скучно. Стащил на кухне со стола пачку с овсянкой. Ну и, видимо, ее ел. Но рассыпано-то немного. И осталась-то капля. То есть я так подозреваю, что он ее много съел. Ну ты, может, туда иди воды попей хоть, а? Чтобы это дело как-то переварилось у тебя. Я тебя завтра с собой хотел взять. В Столбцы поехать хотел с тобой. Думал, что ты со мной поедешь писать заявление, чтобы нам на хуторе электричество подключили. К столбу нас подключили. Ну, чтобы мы с тобой летом могли ездить туда отдыхать. А я думаю, что, наверное, тебя надо в домике оставить, в клетке, закрыть тебя и будешь сидеть тут целый день один.